Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, на спортику. У мене перше питання. Оля, кажуть, що у кожного свій шлях до йоги. Який був ваш? І як це відбулося? Це було дуже неожиданно, тому що я не искала какого-то духовного развития, я не искала, у меня не было цели поправить свое здоровье, то есть я была абсолютно здорова эмоционально, физически, я просто искала для себя какую-то физическую активность. Вот. И несмотря на то, что к йоге у меня было достаточно такое странное отношение, потому что когда-то первый раз в жизни я познакомилась с женщиной, которая практиковала йогу, мне было, наверное, лет 15. Этой женщине было, ну, уже под 70. Ого. Да, и она, значит, рассказала мне о том, как вообще у нее вся эта практика происходит. И я для себя составила какое-то такое представление о том, что йога – это очень скучно, это какие-то там потягуши под музыку. Можно, да, там вздремнуть во время, да, всего этого. Вот. Но все-таки я решила попробовать, когда искала для себя активность какую-то. И наверное, я пришла в нужное время для себя и попала к нужному тренеру, потому что он настолько меня вдохновил, влюбил вообще во все это действо, да, которое происходило, что, в общем-то, потом я с йогой уже не расставалась. Хотя никаких целей конкретных, да, там чего-то там себе познать, достичь у меня не было. З чого розпочинається йога взагалі? Як розпочати займатися? Ось, наприклад, я людина, яка ніколи цим не займалась. Але ось я, наприклад, вирішив. Мої перші кроки. Во-первых, килимок придбати чи ні? Это не обязательно. На самом деле йога тот вид активности, где вам для занятия не нужно ничего вообще. Нужно желание, нужна удобная одежда, да, и вы приходите в студию, в зал, да, куда вы там себе выберете. Для начала нужно выбрать для себя вид йоги, потому что йога бывает настолько разной, от какой-то медленной, тягучей до суперактивной, такой драйвовой, да, вот абсолютно разной. Серьезно? Да. Как это выглядит? Это под музыку? Нет, ну не под музыку, конечно же, хотя бывает по-разному, бывает ставят действительно какую-то фоновую музыку, такую для того, чтобы человек больше расслабился, вот. И вы приходите и просто пробуете, как в любом случае, когда вы для себя хотите что-то новое, вы ищете себе какого-то наставника, да, который бы вам импонировал, подошел, и, соответственно, приходите к этому человеку. Если вдруг вы впервые придя в зал, попробовав йогу, и вам как-то не так. Не зашло. Да? Не зашло. Да? Что мы делаем? Мы вообще не ставим крест на йоге, потому что, еще раз, йога бывает совершенно разная. И кто-то по своему темпераменту более активен, да, ему нужна действительно более активная йога. Кто-то спокойный, и все вот эти быстрые, резкие какие-то переходы ему не подходят. Это первое. Второе. Тренера – это тоже люди со своим каким-то набором особенностей, и каждый тренер видит это, ведет занятия совершенно… Своя подача, стиль. Конечно, обязательно. Да. Поэтому, возможно, вам не подошел тренер, возможно, вам не подошел стиль, возможно, тот день был вообще не ваш, и он вообще не был для йоги. Поэтому, если вдруг не зашло, пожалуйста, пробуйте еще раз, пробуйте еще несколько раз. И если все-таки вы понимаете для себя, что нет, вот йога сейчас это не мое, да, вы откладываете это все, вы делаете паузу и возвращаетесь к этому через год, может быть. Потому что действительно йога это работа такая не только внешняя, но и внутренняя. И поэтому для йоги должно быть определенное ваше состояние. И если вот сейчас вы находитесь в голове, у вас полный какой-то там драйв, у вас в жизни активность безумная, возможно, сейчас не время для йоги. Вот. Но я, как тренер йоги, конечно же, прописала бы практику йоги всем абсолютно, начиная от детей и заканчивая самыми взрослыми людьми. Потому что это настолько полезный, эффективный инструмент для какой-то такой качественной осознанной жизни, да,
Что вот он нужен всем без исключения. А какая регулярность тренирований? Вот, например, тиждень. Сколько? А для разве? Начала 2 раз будет достаточно. Для начала. А сколько тривают занятия? По-разному. Час, 1,5 часа. Разные классы есть с разной продолжительностью. Ну, я так понимаю, что и треба еще и убрать час. Або ранок, або вечер. Это тоже важно, да, обязательно. Да. Потому что, вот, например, я к вам сейчас пришла, вот мы записываем в 10 утра наше видео, да, и я пришла уже после утренней практики. У меня было в 7 утра занятие. Вот, и очень много людей любят прийти перед работой, поёжить, позаниматься, и потом в таком очень классном состоянии идти продолжать свой день, да. Но есть люди, которым невозможно прийти с утра вообще на тренировку. То есть это по своему такому темпераменту больше совы. И, конечно, если они могут прийти, но что они будут делать на этом коврике? Они будут досыпать, и практика не случится, к сожалению. Вот, поэтому, исходя из вашего типа темперамента, вы пробуете, да, можно позаниматься утром, можно вечером, даже в обед. В любое время дня практика лучше, чем без нее. Добре, гарна порада. Питання. Да. Як йога змінює жінок? Фізіологічно, ментально, духовно. Саме жіноча йога. Я так розумію, що є для чоловіків, для жінок. Як вона змінила вас або ваших нащадків? А, смотрите, йога изначально это была мужская практика. Вообще в Древней Индии йогой занимались только мужчины, и женщин не допускали до занятий йоги, да? Это было вообще табу просто. Женской йоги не было. А в нашем мире йога представлена в виде такой себе гимнастики, да, и которой занимаются, в принципе, уже все. Но как такового, по-честному, да, разделение на женскую и мужскую йогу, вот изначально в тех древних каких-то истоках ее нет, да. То есть это просто инструмент саморазвития, да, человека, вот. Но, конечно же, женская йога, она меняется в зависимости от цикла женщины. Да, если есть уже конкретная направленность на женскую йогу, то там подстраивают занятия, исходя из цикла, исходя из фаз луны, потому что это тоже, конечно же, влияет на человека. Вот. И она более мягкая, текучая, но и исключительно вот такой вот практикой я бы не советовала заниматься, потому что нельзя в себе развивать какие-то мягкость, текучесть, ведь у нас же преобладает все, и вот это вот все должно, и сила, да, и мощь, и это все должно находиться в балансе. Поэтому уходить в какую-то исключительно женскую йогу, которая сейчас у нас представлена, ее много, действительно, я бы все-таки не рекомендовала, да. Схуднути можливо? Смотрите, вопрос похудения, он сейчас очень актуален, что касается йоги. У йоги никогда не было цели, да, чтобы ты пришел туда и похудел. Или же цели, чтобы ты пришел и обрел какое-то эмоциональное спокойствие. Или стал более гибким. Нет такой цели в йоге. Но тем не менее, конечно, когда вы практикуете, чему учит йога? Она учит переключать свое внимание с внешнего мира на себя внутри. И таким образом вы начинаете себя слышать, слушать, чувствовать внутри. Вот не то, что говорит вам ваша голова, ваш ум, да, который, в который вложили там, с детства все эти наши шаблоны, да, все эти устои, как должно быть. В йоге вы начинаете слышать себя внутри, вот ту истинную суть, которая есть у каждого человека, дальше за умом, за мыслями. И, соответственно, когда вы понимаете себя, вы себя слышите, то когда ваш ум вам говорит, что «О, какой классный торт, давай-ка мы его съедим», ты понимаешь, что вот внутри ты не хочешь этот торт. Это есть твоя голова, это есть твои мысли. Ну и, соответственно, вот эта практика йоги, она уже выходит дальше за границы ковра. Она уже переходит на всю жизнь, да, она распространяется. Но это, конечно же, не сразу. То есть вначале, там первый какой-то этап, человек просто учится свое тело как-то вообще выстраивать в такие непривычные положения. Потому что
спектр движений нашего тела в обычной жизни, это там немножко наклониться вперед, там что-нибудь взять, да, иногда повернуться куда-то, вот. А здесь тело принимает настолько необычное, непривычное положение, что мозг переключается на вот эту вот физическую деятельность, да. И я помню, что мое первое такое впечатление было от первого урока йоги. Я вышла с занятия и думаю, вау, я не думала полтора часа. Вообще как? Это вообще возможно не думать полтора часа? А почему? Потому что непривычное положение тела, мозг все время в этом, ум все время в этом, и не хватает. Не хватает на вот эту мыслительную деятельность. Да? И очень важно в йоге, чем йога отличается от какой-либо физической активности, после занятия, когда вы уже выходите из зала, внутри такое состояние благости, гармонии, вот тебе хорошо, у тебя нет хаотичных мыслей каких-то безумных в голове, которые вот постоянно, да, курсируют. Вот, тебе просто здорово. У меня одна клиентка когда-то пришла на занятие, пришла очень расстроенная, говорит, поругалась с мужем. Я говорю, ну, давайте мы позанимаемся, а потом обсудим. Мы, значит, провели занятие, она выходит такая, улыбается и говорит. Я говорю, Лен, чего вы улыбаетесь? Она говорит, ты знаешь, так мужа люблю, сейчас пойду с ним помирюсь. Ну, то есть вот это характеризует вот то состояние, которое человек получает после йоги. Убираются вот эти все какие-то резкие, да, наши резкости в голове. Мы выравниваемся внутри эмоционально, ментально, физически мы работаем, поэтому... Очень классное, крутое состояние. А в вашей группе больше жінок або чоловіків? Вот смотрите, разные есть группы, и в моей группе где-то поровну. Вот мужчин и женщин поровну, да, иногда мужчин немножко больше. Дієта. Вона в вас є? Можливо, там не вживаєте м'яса. Ну, коли ти займаєшся практикою йоги, це взагалі потрібно чи ні? Чи можна їсти всіх тваринок і займатися йогою? Це нормально? Це такий провокаційний вопрос, тому що, смотрите, каждый человек настолько уникален, и нельзя взять какое-то одно правило и натянуть его на каждого, да? Нельзя сказать, каждому не ешь мясо, потому что ты там ешь животных. Окей, ты ешь животных, ты не ешь животных, но употребляя в пищу, допустим, растения, ты убиваешь те же микроорганизмы, которые живут на этих растениях, да? Или наоборот, есть люди, которым... по состоянию здоровья нельзя есть мясо, да? И снова возвращаемся к тому, что йога учит слышать себя внутри, чувствовать. И ни одна диета никогда не будет применима ко всем. Ни одно правило невозможно определить всем. Поэтому, занимаясь йогой, вы чувствуете, какой тип питания вам подходит. Как ты себя чувствуешь, когда ты ешь мясо или другой какой-то продукт, да? Я не ела мясо на протяжении 5 лет. И хочу вам сказать, что у меня очень испортилось здоровье после этого. При том, что я подошла к этому вопросу очень осознанно, очень грамотно, с консультациями врачей. Я принимала всевозможные БАДы, да, я потребляла другой белок. Вот. Но за 5 лет у меня очень испортилось здоровье. Вот. И в итоге я пришла к тому, что мясо я ем сейчас. Да. И йоги – это такие же люди, как и вообще все остальные. Это такое, знаете, клише какое-то, что йоги вообще там живут какими-то странными жизнями, не такими, как обычные. Знаете, я когда-то шла… Вода и дыхание, больше ничего. Да, точно. Я когда-то шла с занятия на рынок, зашла продуктовый, и, значит… Иду с этими пакетами по рынку, и когда меня встретил вот мужчина, который практикует, у меня занимается, и тут он меня увидел на рынке с этими пакетами, он остановился, я вам честно говорю, он остановился, открыл рот и смотрит на меня и молчит. И я говорю, все нормально, спокойно, я тоже хожу на рынок, покупаю продукты, поэтому я боюсь даже представить, если меня где-то там встретят на какой-нибудь дискотеке, что произойдет тогда. Да. Наступне питання. Ви говорили сьогодні вже про те, що є і дитяча йога, так я розумію, в якомусь форматі. Для вагітних жінок, чи існує вона? Конечно, обязательно. Йога в період беременності – це дуже класна практика. Почому? Тому що
Ну, во-первых, там очень много гормонов, да, во время беременности. И вот эти все всплески гормонов йога классно балансирует. Вот. Можно буде вирівняти трошечки людину, так? Да, угу. Да, да. Это первое. Второе, организм достаточно становится тяжелым, да, во время беременности. И практика йоги способствует вот этому разгону лимфы внутри, да, то есть у женщин беременных очень часто напухают, отекают ноги, да, и другие вопросы возникают. И йога классно с этим справляется, это, она помогает, причем эмоционально, и физически, в общем, как всегда. Угу. Да. Ви коли-небудь відмовляли учню, розуміючи те, що це не його, що це не для нього? Да. А, даже не... Ну, не те, що відмовляли, а да. Просто рекомендували, що, мабуть, тобі треба знайти щось. Да, рекомендувала. І рекомендувала, тому що мені було не дуже комфортно взаємодействовать з чоловіком, і я предлагала знайти другой варіант. Да, потому что йога – это такое… Понимаете, практика йоги – это взаимодействие, это живой процесс. Я вместе с людьми, вместе с группой, я взаимодействую, и в итоге это получается вот такая практика энергонаполняющая, накопительная. И все участники потом, после, получают вот этот постэффект. Если мне где-то некомфортно, я чувствую, что вот, ну, не происходит это взаимодействие, я понаблюдаю, посмотрю, но, как правило, если у меня нет взаимодействия, да, какого-то отклика к человеку, у человека тоже не будет. И этот весь процесс, он не, ну, не совсем эффективен, да. Вот, поэтому я разговариваю, спрашиваю, что и как, и действительно вижу, что вот не заходит. И тогда, конечно, я предлагаю другие варианты, и это, в этом нет ничего плохого. Оль, смотрите, вы сами выкладываете, да. А где вы навчаетесь, чи уже не навчаетесь? Конечно, ну, конечно, навчаюсь, и мне кажется, процесс обучения, он должен быть вообще на протяжении всей жизни. Когда ты для себя решаешь, что вот я знаю все, все, можешь найти на покой, потому что все течет, все меняется, да, и постоянно нужно учиться. Я обучаюсь, я училась в Харьковской школе йоги, я проходила очень много семинаров всевозможных, да, по йоге. Ну и сама я преподаю по системе, йога бывает разная, да, вот, мы вернемся, да, так. Вот, и я преподаю по системе йога-23 Андрея Сидерского. Вот. Это такая методика, которую мастер взял, вот то, что было давно, да, вот из древней йоги какая была. И сейчас нашему современному человеку вот эти все упражнения давать не совсем хорошо, потому что наше строение тела, да, наша подвижность сейчас уже далеко не та, которая была раньше. И вот Андрей Владимирович Сидерский, он взял и вот эту вот йогу оформил в такую методику, которая бы максимально эффективно воздействовала на современного европейского человека. Да? То есть она максимально безопасна, аккуратно работает с телом, но при этом здорово работает с сознанием. Вот так. Про знания для глядачів. Три, да, книги. Які просто must-read? А йоги? Давайте і про йогу також. Можливо, якась література допоможе просто людині себе збалансувати. Ми ось сьогодні про це говоримо. Не обов'язково з йоги. Хорошо. Ну, я скажу одну книгу о йогі, яку потрібно почитати обов'язково. Це «Третє відкриття сили» Андрія Сидерського. Вона така літературна, дуже легко заходить. Там якраз вот описан путь мастера, да? Вот в йоге, очень интересно. Вот. Ну и те люди, которые уже практикуют, занимаются, они уже знают о той литературе, которую нужно, да, как бы знать, нужно читать. А вот те, кто только хочет, только пробует, я бы рекомендовала просто какие-то книги о внутреннем познании себя. Это очень такая попсовая литература, но тем не менее обычному человеку она очень так подходит. Вот, что это может быть? Да много чего. Это может быть «Мирный воин» Дэн Милман. Это вообще изначально там те книги, которые вот только-только, да, я куда-то искала, чего-то смотрела. Вот. Очень классная книга «Беседы с Богом», знаете? Чув, але не читав. Вот это вообще прекраснейшая книга, которая
первое время у меня, какое-то время у меня была вместо Библии. Вот там я нашла все свои вопросы о каком-то мироздании. Після занять йогою ми говоримо все одно як складова спорту. І після спорту треба відновлюватись після занять будь-яких. Наприклад, я там займаюся єдиноборствами. Я точно знаю, що треба відновлюватись. А після йоги потрібно відновлюватись? Чи це навпаки? Йога і є відновлення? Смотрите, йога – це енергонакопительна практика. За счет зжимання, розтяження груп мышц создається такий п'єзоелектричний ефект. И после тренировки вы не чувствуете вот такое опустошение, да, там усталость дикую, как после тренажерного зала. Наоборот, вы ощущаете бодрость, вам хорошо, вам здорово. Поэтому о восстановлении, если вы практикуете в таком простом обычном режиме, там 2-3 раза в неделю, нет. А травмы бывают? Конечно, бывают. Бывают, если человек себя не слышит, не чувствует. То есть в йоге есть важное правило, самое главное правило. Мы идем путем ненасилия. Да? И всегда тренер скажет о том, что если ты чувствуешь, что ты дошел до предела своего, остановись. Остановись, побудь здесь, подыши, почувствуй, послушай себя. На следующем занятии твой предел немножко сдвинется дальше. Но если ты продавишь этот предел, ты себе нанесешь вред. Да? Мы не идем через вред. Вот. Но люди-то разные. Кто-то хочет вот сразу прийти там и сесть в шпагат или завернуться в лотос. Ну так, просто дивишься на людей, які поруч з тобою, і те, що вони роблять, тобі здається, що також можна це легко зробити, і тіло потім тебе підводить. Это проблема, потому что когда ты занимаешься йогой, то если даже это групповое занятие, то ты должен находиться на коврике, вниманием быть в себе и слышать голос тренера. Как будто бы ты находишься на необитаемом острове, вокруг никого нет, есть ты со своим ковром и с голосом тренера, который тебя ведет. И это все. Но нам, конечно, хочется обязательно посмотреть, кто там куда выше голову или ногу задрал. Это у нас есть, это проблема. Но, тем не менее, я вам скажу, что при классной какой-то практике человек настолько уходит в себя, что он не видит и не слышит вообще, что происходит вокруг. У меня однажды был утренний урок, и за окном был какой-то ремонт. И кто-то методично стучал молотком. Причем это было очень громко. Вот так. Mm-hmm. Вот прямо за окном. 7 утра. Нам надо вроде как уйти в себя. Там, и, вот. В общем, мы начинаем практиковать. Этот товарищ стучит молотком. К концу занятия, уже когда все закончили, я спрашиваю, ребят, вам сильно мешало за окном? А все такие, что? Ну, то есть настолько, вот, да, люди ушли в себя, что, в принципе, эти внешние звуки, они уже... Никакие факторы не вплывали на практику. Да, то есть когда ты практикуешь сам собой, это все уходит на второй план. Чтобы выкладывать, сколько часу особисто вам знадобилось прийти до якогось рівня, щоб стати потім викладачем? І перейти з одного рівня на інший, так би мовити. Мені немного понадобилось. Причому я, коли прийшла на тренувальну перший раз, мені мій тренер на третє заняття сказав, що мені потрібно преподавати. Причому я не була супергибкою. Взагалі абсолютно не була супергибкою. Ну от чому-то він так сказав. І на протяжении там, 2 років він мені постійно говорив, що от, ти повинна преподавати. І через 2 роки я поняла, що вже у мене варіантів нет не преподавати. І, ну, це було якесь внутрішнє таке рішення більше. А наскільки вообще человеку нужно? Ну, смотрите, здесь по-разному на самом деле, потому что кто-то занимается очень долго, и ему бы уже хотелось передать, но не хватает внутренней решимости, да, какой-то. А кто-то занимается совсем чуть-чуть, и там бы еще поднакопить каких-то знаний и опыта, да, а они уже, да, идут. Поэтому все исключительно индивидуально. Если есть внутренний запрос передавать что-то, то его нужно реализовывать, да. Як пройшло перше ваше заняття у ролі викладача, пам'ятаєте? Да, конечно, помню, никогда не забуду. Я очень волновалась, у меня слегка заикался голос, дрожал. Вот. Но вот те люди, которые пришли ко мне на первое занятие 10 лет назад практически, вот они до сих пор ходят. Удивительно.
Уже прям таке згуртоване ком'юніті навколо вас. Ну, вот как-то так, да, занимаются до сих пор. Причем очень интересно, что они сказали, что вот если бы я в йогу пришел и не попал к тебе, то, наверное, йога бы прошла мимо меня. И мы снова вернемся к тому, что важен человек, который вас ведет. Он должен вам импонировать, он должен вас направлять, вдохновлять и куда-то вести за собой, да. Вот. Первое занятие было сложным, потому что одно дело, когда ты сам практикуешь, это твой личный процесс, и совсем другое передавать, да, выдавать из себя. Я помню, что после тренировки я приехала домой и вообще села на диван и понимаю, что у меня вообще никаких нет сил. Я настолько устала, как будто бы я сама тренировалась 10 раз. Видала все, что было. Вообще все, абсолютно, да. Потом это, конечно, потихонечку сгладилось, но тем не менее было сложно. Вам подобається бути авторитетом, ось, вчителем в цій ролі? Я не авторитет и не учитель совершенно. Я лишь могу показать какой-то путь, да, по которому человек будет идти сам. Я могу подстраховать, поддержать, помочь, направить, но я совсем не авторитет. Почему я могу быть авторитетом вообще? Вас слухають? Очень... Прислухаються? Смотрите, учитель, это очень громко сказано. Когда я была в Индии, например, то все тамошні преподаватели йоги... Думаєте, а кожен, хто займається йогою, повинен побувати в Индии, так? Ну, было бы неплохо, потому что это же истоки, как бы. Зрозумію. Поэтому добре. Было бы здорово вообще прочувствовать это. Значит, в Индии преподаватели йоги, они себя называют не учителями, а помощниками учителя. Учитель на самом деле уже умер там достаточно давно. Они помощники учителя, да, поэтому учитель – это очень громкое слово. Я бы так сказала. Спробуйте мене в одному реченні вмовити займатися йогою. Я не буду вас обговаривать. Никогда никого нельзя уговаривать. Я лишь скажу, что, например, для меня йога — это прекраснейший инструмент, который позволяет мне жить более эффективной, осознанной и качественной жизнью. Почему? Потому что йога мне дает физическое здоровье, эмоциональную устойчивость и какое-то... ментальную ровность, что ли, я бы сказала. Вы знаете, что у человека в голове уже по исследованиям ученых ежедневно проходит от 50 до 70 тысяч мыслей, да? И, как правило, 90% из них повторяются каждый день. А самый энергозатратный орган у нас в теле – это мозг. Да, он потребляет наибольшее количество энергии. И вот представьте, что вы едите, что вы там ходите, занимаетесь йогой, спите, накапливаете как-то эту энергию, а потом тратите на эту всю мыслемешалку, да, на вот этот хаос в голове. Так вот, йога позволяет управлять своим, она учит управлять своим вниманием. И когда вам нужно решить какую-то задачу, вы садитесь, вы ее решаете, вы думаете, да? А когда вам не нужно решать задачу, вы не думаете, вы не то, что вы не думаете, но вы не находитесь все время вот этой вот мыслемешалки. Да, подумайте, как было бы здорово. Да, все время не варить кашу в голове. Вот. Ну и, конечно же, я честно вам скажу, ни одна физическая деятельность не позволяет содержать тело в настолько здоровом и классном состоянии, как это позволяет йога. Поэтому физическое здоровье, умственное спокойствие, ну не знаю, чем вас убедить, я вас не убеждаю. Друзі, я впевнений, що таким спокійним ви мене ніколи не бачили. Таке враження, що я займався тільки що йогою. Нікіта Дрюченко на спортику, самі обирайте свій шлях. Ще побачимось.